приветик. Ой, какие замечательные детки. Сейчас мы находимся в Горловке, приехали к одинокой маме, которая воспитывает троих замечательных дочек. К сожалению, у них, видите, вот детвора, что натворила. Тут разгром стоит полный. Вот, да? Это вы наделали? И сегодня вот мы приехали вас проведать. Мы знаем, что вам очень тяжело, мама одной, которая воспитывает троих девочек. И в местах, где были сильнейшие обстрелы в Горловке. Да, были. И мы сегодня приехали, привезли вам здесь вот продуктовый набор такой. Спасибо большое. Благодаря одному московскому пенсионеру Леониду Сергеевичу. Вот благодаря его пожертвованиям мы, что посмотрела, уже что там находится. Там конфетки есть, все есть там. И колбаска есть. Благодаря Леониду Сергеевичу, вот такому замечательному человеку, мы посетили вас. И я думаю, что какое-то подспорье у вашей семьи это поможет большое. И будет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое.